Здравствуйте, друзья. Как обычно, по пятницам с нами в доле женщины, которые делают большой бизнес и при этом остаются хрупкими, любящими, нежными и удивительными, какими должны быть женщины. Сегодня с нами глава компании Tupperware, мирового производителя высококачественной посуды в России, Елена Путильна. Здравствуйте, Елена. Добрый день, очень рада нашей встрече. Да, вот слушайте, мне кажется, нет человека вообще, по крайней мере, среди моих знакомых, у кого бы не было хотя бы контейнера Tupperware, и кто бы не знал вообще, что эта компания собой представляет. Но это самое приятное начало нашей встречи, потому что это действительно то, чего мы хотели добиться, и то, о чем мечтаем, на самом деле, как компания, чтобы у каждого были такие высококачественные изделия, которые подходят абсолютно для любой семьи, для каждой категории, от детей до взрослых, и, собственно говоря, для всех поводов жизни, которые у нас только случаются. Сколько лет вы у руля этой компании? Вот в этом году уже 13 лет, компания на рынке 16 лет. Я начала, когда бизнес только еще зарождался здесь, в России. Начали мы в Санкт-Петербурге, и потом стремительно начали открывать дистрибьюторные центры, потому что именно так устроен наш бизнес. Мы открываем дистрибьюторные центры не только в России, но и впоследствии в Украине, в Казахстане, в Азербайджане. И вот сейчас мы оперируем уже на 4 рынках. То есть вы глава не только в России, но и в СНГ? Да. Да. Это вся кухня находится в вашем видении? Можно сказать и так. Но это совершенно удивительно, потому что у вас медицинское образование, вы врач. И, в общем, ничто не предвещало, что однажды вы возглавите, мультинациональную и такую грандиозную корпорацию. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали, почему вы стали врачом? Вы же работали, по-моему, участковым. Нет, я по образованию невропатолог. Невропатолог. Вообще такая у нас семейная профессия. Я из семьи врачей. Папа был хирург-уролог, мама была психиатром и невропатологом, психоневрологом, как в те времена называли. И, собственно, мой выбор профессии, он, наверное, состоялся очень раннем возрасте детском, потому что я даже ничего себе другого не представляла. И когда... То есть мы все играли во врачей просто так, а вы ради практики. Да, я уже всех лечила и делала уколы всем своим игрушкам, которые только могли быть. Ну, в общем, так, знаете, как-то профессия внутренне состоялась, потому что часть детства прошла на приеме с мамой, часть детства на всяких мероприятиях с папой. И когда все время приходили люди какие-то, которых надо было от чего-то спасать. И, собственно, семейные друзья, это были, слава богу, уже выздоровевшие пациенты, прооперированные моим папой, поэтому это вот был такой круг людей, чрезвычайно, с одной стороны, благодарных, с другой стороны, осчастливленных тем, что их жизнь продолжается. И не только жизнь продолжается, а реально качество жизни изменилось. Вот, может быть, в те годы как-то у меня сложилось такое отношение, что вот для меня очень принципиально важно все в жизни делать качественно, все делать хорошо и как можно лучше. И внедрять все новое, инновационное, использовать то, что вот сегодня является на пике открытий. И когда, собственно, предстояло выбрать профессию, я даже не выбирала. Я просто выбрала университет, тогда это второй медицинский был институт, сегодня он университетом и называется. И специализация. Да, а специализация, как всегда, все девочки мечтают на первоначальном этапе акушерства гинекологии. У меня тоже был очень коротенький период, такой небольшой, но потом как-то мне настолько понравилось все, что связано с центральной нервной системой, головным мозгом и вообще с высшей нервной деятельностью. Меня это очень сильно вдохновило. Очень таинственная наука. Да, да, потому что это действительно, это такой очень механизм ювелирный, и, собственно говоря, тут очень многие аспекты завязаны на то, как функционирует головной мозг, на способности человека, на таланты, на развитие, на достижения, вообще вот именно на качество жизни, даже на настроение. У меня сын периодически, вот ему 8 лет, и он мечтает о своем будущем и говорит, вот, наверное, я бы хотел быть Бэтменом или Суперменом, который спасает весь земной шар. Я ему всякий раз говорю, так иди в медицинский, потому что в наше время современный Бэтмен – это врач, это доктор, который действительно спасает и помогает, и открывает какие-то новые способности и в себе, и в людях. И удалось ли вам испытать это ощущение, ну, там, собственного какого-то... не всемогущество, наверное, но влияние какого-то. Да, мощности собственного знания, что ли, да. А вот, знаете, тут такой вопрос очень интересный. На заре своей бурной деятельности медицинской, а это, собственно, было начало таких 90-х годов, с одной стороны, мы были все вооружены знаниями, а с другой стороны, вот на том этапе жизни, к сожалению, в медицине у нас был очень ограниченный спектр лекарственных препаратов, и я столкнулась с такой ситуацией, что я-то знаю, как лечить, но было нечем. Нечем.
И это была одной из причин, что я выдвинулась в фармацевтический бизнес. И мне так сильно повезло, я попала на первую в мире фармкомпанию Merck Sharp & Dohme в качестве врача-консультанта по новейшим лекарственным препаратам. И так мне понравилась эта деятельность. Собственно говоря, в мою деятельность входило консультировать людей по поводу того, какие препараты применять, при каких заболеваниях, почему вот эти, почему инновационные, почему дорого, это хорошо, потому что это качественно. А на себе приходилось испытывать? Обязательно, обязательно. Но мы как бы... Не то, что мы специально это делали, но вы знаете, как люди, приверженные сразу тому делу, которое делаем, обязательно все на себе проверяли, и там различные были антибиотики и так далее. И все, естественно, мы испытывали это. А потом, собственно, вот мне настолько понравилось в бизнесе, что я говорила, давайте мы будем не только их предлагать, но будем их реализовывать, потому что, собственно, аптеки и больницы готовы их закупать. Но вот тогда в мою функцию это не входило. И мне очень быстро поступило предложение от компании Smith & Wesson, и я перешла туда уже. Эти компании все только-только пришли на российский рынок и вот искали, как прям бы здесь начало, пустить 90-е корни. Годы, да. И вот это где-то был 95-й год, я перешла в Smith & Wesson, и там, когда меня спросили, а кем вы хотите быть, я говорю, вообще генеральным директором, уже желательно сегодня. Ничего себе. И мой президент он мне сказал, ну да, наверное, это случится год через два. Но случилось это действительно через полтора, потому что очень быстро как-то там пошла. Я была региональным менеджером, национальным, директором по продажам. А потом меня пригласили в компанию «Время». Вот как раз 36,6 это было одно из направлений. И такая была российско-американская компания, совместное предприятие с очень активными акционерами, владельцами. Ребята большие молодцы, очень быстро развивали бизнес. И вот, собственно говоря, уже пребывая в такой роли и поступило предложение от текущей компании, от компании «Таповая», которая самые-самые первые шаги делала на рынке, и когда я, собственно говоря, сказала, я ухожу в компанию прямых продаж. А первая реакция была, это зачем? Вот мы тут, у нас такое процветающее предприятие, я сказала, знаете, у них миссия есть, изменить жизнь людей к лучшему. Я пойду жизни менять к лучшему. Там вот это можно да. женщин привлекать, независимо от образования. Здесь у нас все должны быть с медицинским образованием. А там такой вообще спектр колоссальный наших замечательных женщин, и вот я буду с ними работать. Но подождите, возвращаясь к образованию, да. ведь вы все-таки получили такое академическое медицинское образование, а чтобы быть генеральным директором, нужно было иметь совсем иные навыки. Вам пришлось доучиваться? Без сомнений. Я, конечно же, продолжала обучение и закончила сначала Британский открытый университет, потом, естественно... Менеджмент. Да, менеджмент и маркетинг, управление изменениями, такой курс пред-MBA. Даже планировала потом пойти на MBA, но вместо MBA нашего попала на ряд обучающих таких программ для топ-уже executives, для такого топ-менеджмента компаний. Это были компании такие, как IMD, International Management Development в Швейцарии, в Женеве. Совершенно эксклюзивная программа, которая просто изменила мое представление о лидерстве. Да, CCL, Center of Creative Leadership, то есть Центр развития лидерства. Впоследствии INSEAD с финансовым таким блоком. И вот такой комплекс целых международных обучений, плюс еще вот этот западный менеджмент, и ваша врожденная энергия. Да, энергии было всегда много. Но тут вот эта технология именно бизнеса, которая западная технология ведения бизнеса, во главе которой стоит очень тонкий такой фактор мотивация и очень грамотное использование самого ценного ресурса людей. И меня очень это вдохновило. Вот это вот самое главное, потому что для меня очень важно, чтобы люди реализовывались. Вот я прям просто от этого кайфую, когда я вижу, как сотрудница, например, из позиции ассистента становится директором, или с позиции человека, который пришел на ресепшн, брать первую трубку, да, первый звонок принимать. И вот там сегодня она возглавляет, например, департамент ивентов или специальных мероприятий. Вот это то вообще о чем вся моя как бы деятельность, и что мне больше всего нравится. Но изначально не страшно ли было все-таки из, во-первых, переходить из одного бизнеса фармакологического, медицинского в совершенно другую область, вы сами сказали, в прямые продажи посуды там, и товаров для дома, и тем более в бизнес, который вообще только-только появился, и неизвестно, что из него будет. Вы уже стояли у истоков одного бизнеса. Зачем надо было снова погружаться в этот хаос? В этот первобытный... Да, так примерно и было при таком еще отношении в нашей стране к прямым продажам. А что это такое? Что у вас за система? Мы не пирамида, мы не мульти-левел маркетинг. Абсолютно этичный бизнес, где продукт предлагается потребителю напрямую, вот уже конечному, да, каждому человеку, который в доме своем использует эту посуду. Вы знаете, как было чрезвычайно интересно построить все это в нашей стране, потому что я посмотрела, как модель работает в UK. Я съездила в UK, в Германию, в Швейцарию,
Швейцарию. И модель меня очень сильно вдохновила, потому что во главе бизнеса стоит семейная пара. Муж с женой. Два дистрибьютора. То есть дистрибьюторы – это семейная пара. То есть это не какая-то слепая корпорация, состоящая из акционеров, да? А это совершенно конкретные люди, очень которые, даже. Что называется, care. Абсолютно. И больше всего мне понравилось. То есть, во-первых, с одной стороны, мы привлекаем женщин, с другой стороны... А вот что с другой стороны, мы расскажем нашим слушателям после новостей. У нас в гостях Елена Путилина, глава компании TAPWare в России. Это программа «В доле». С нами глава компании TAPWare, мирового производителя высококачественной посуды в России, СНГ, Елена Путилина. И мы рассказывали до новостей о том, как вы начали работать в этой компании, и что вас больше всего после работы в крупных фармакологических корпорациях поразило то, что это семейный бизнес. Угу. Правильно? Абсолютно. И вы лично с ними познакомились? Да. Они вас лично нанимали? Да. Меня нанимали люди, представители корпорации, которые в то время располагались в Швейцарии. Приехала такая целая группа захвата, показали мне продукт. А почему именно вы? Как вы думаете? Вы знаете, как они вас нашли? Нашли очень интересно через каких-то партнеров в Санкт-Петербурге, которые говорили, что вот есть очень инициативные... Они хотели, во-первых, локального человека. Uh-huh. Обязательно. Это как раз вот был тот период в западном бизнесе, когда как раз начал формироваться российский локальный менеджмент не только для middle management, но и для топ-менеджмента. Uh-huh. Потому что, например, я начинала, когда в фармацевтических компаниях там было такое табу. Забудьте все про топ-менеджмент, все иностранцы. И отчасти это было, вот, может быть, одной из причин. Я думала, ну, что раз тут все иностранцы, что это будут высиживать, да, и как бы дожидаться неизвестно чего. И поэтому я продвинулась как бы вот в российскую компанию, там поработала, а потом, нет, они говорят, они хотят главу представительства, и тогда первая позиция моя называлась менеджинг директор или управляющий директор, и как раз такой запрос был у компании, что, во-первых, нужен локальный человек, во-вторых, нужна женщина, энергичная, активная, позитивная, но я так подумала, я энергичная, я активная, я ультрапозитивная всегда и безумная вообще, оптимистичные. Но знание предмета. Ну, это же ведь технология, понимаете, как бы и основы западного бизнеса, и технологии, они легко изучаются, да, продукт, мне как-то вот сразу, я прониклась продуктом и самой схемой, собственно, ведения бизнеса, модель бизнеса привлечения людей, которые будут проводить, это вот наша методология, презентацию, пати, так называемая, таповая пати. И, собственно, то же самое, что я делала в фармбизнесе. Мы консультировали по лекарственным препаратам, но там мы консультировали врачей, специфическую аудиторию. А здесь посуда для каждого дома. Я так, посмотрев на горизонты нашей федерации, массовый потребитель. Даже Москвы, да, только. И представила себе, что при нашей численности населения более 15 миллионов только в Москве. Я так посмотрела, что масштаб может быть колоссальный. Плюс сама технология, открытие семейного бизнеса, да. И вот такая у нас получилась интересная штука, что наши женщины активные, инициативные, позитивные, отзывчивые, они как бы привлекая в бизнес других женщин, а впоследствии своих мужей сумели создать вот этот семейный дистрибьюторный центр. Иными словами, мы семейный бизнес создали через женщину. Вот так они ловко своих мужей вовлекали. И сегодня это бизнес партнерский. Это, там нет кто главнее, жена или муж. Да? Они работают как два партнера. С различным разделением функций и задач, как в каждом предприятии они есть, да? Но вместе с тем, в большей степени девушки берут на себя функцию лидерскую, такую, обучение коммуникационную. Людей. Коммуникационную, абсолютно верно. Мотивацию людей, обучение, непосредственно те материалы, вот проработку рецептов, которые мы демонстрируем на своих презентациях. Да, даже рецепты сочиняют? Потрясающе. У нас очень творческие личности. То есть у нас на каждое изделие, да, вот сегодня в каталоге там больше 200 изделий, а вообще в компании порядка 5000 наименований, которые мы время от времени предлагаем в различные программы и, собственно говоря, тоже по поводу различных там праздников или каких-то направлений, да? И вот наши лидеры, они настолько умело различные рецепты создают. Во-первых, это наследие, да, определенное, творческое, да, свое, семейные какие-то традиции, культурные традиции. Мы все это как бы опять поднимаем, перерабатываем. И мы, конечно, вот такое модное слово «кастомизация» сейчас присутствует, да, мы тоже кастомизировали под локальный рынок наши рецепты, чтобы люди могли действительно с помощью нашей посуды быстро, эффективно, экологично готовить рецепты,
здоровое питание обеспечить своим близким, родным и готовить вкусно. То есть мы говорим, ресторанная еда на вашей кухне. Это, конечно, очень женский бизнес, с одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки ваша именно позиция, да, человека, который управляет всем, глава компании, это требует не только, наверное, женских качеств. Чем вы все-таки, как вы думаете, по каким признакам и критериям вы подошли? Вы говорите, из Швейцарии приехала целая команда людей, которые все вас собеседовали. Да, да. Это очень интересная была серия собеседований. Наверное, больше нигде меня так не собеседовали, даже впоследствии, хотя я встречалась с какими-то людьми. Сначала здесь как бы группа захвата во главе HR, такого корпоративного, глобального. Они мне все рассказывали, и меня, естественно, заслушивали, что я буду им предлагать, собственно, с точки зрения развития бизнеса. А потом было еще интереснее, когда они мне уже сделали предложение, оно примерно звучало в такой форме. А вот мы вам делаем предложение, вы бы не соблаговолили ли вы прибыть к нам в Швейцарию на пару деньков, просто вот в плане ознакомления с нашей компанией? Ну, я думаю, ну, конечно, соблаговолю, почему бы нет? И я поехала как раз вот на встречу в Женеву, там было у нас представительство нашего ТИМ, подразделение ТАП Европа, Африка и Ближний Восток, и вот у меня было 2 дня бесконечных встреч. Я, наверное, за эти 2 дня узнала больше, чем вообще потом о бизнесе, потому что это было, были встречи со всеми президентами по маркетингу, HR, финансы, значит, различные sales направления, бизнес-девелопмент, маркет-ресерч, то есть вот какие только были направления в компании в то время, и люди все, ну, во-первых, они очень интересно рассказывали о своей деятельности, такой сумасшедший был так называемый commitment, вот эта приверженность меня так вдохновила, что вообще все, кто там работает, очень любят все, что связано с Тапово. Да, вот эту миссию, вот это вот количество людей, которые к нам прибывают, которых они обучают и которым предоставляют возможности. Великолепный инновационный продукт, который все время разрабатывается. И потом они начали открывать мне альбомы, так интересно, и говорят, смотрите, вот здесь мы, значит, вот это у нас круиз карибский, вот это у нас признание Монтрео, вот здесь, значит, мы у нас конгресс в Женеве. И я смотрю, значит, фотографии счастливых, красивых людей, награды, какие-то кубки, медали. Я говорю, слушайте, а что это такое вы мне показываете? Они говорят, это твой job description. Ух ты. И я говорю, вот это да, это что, такой праздничный бизнес? Да, это такой праздничный бизнес. Вот твоя задача сделать так, чтобы именно люди из России, речь тогда шла только о российском рынке, вот так же они выходили на сцену, получали мировые награды. И это все случилось спустя несколько лет. Потрясающе. Но вернувшись в Москву, вы стали собирать команду как глава компании. Трудно ли был этот процесс, и по каким критериям вы теперь набирали для себя HR, и маркетинг, и всех, и финансовый отдел, всех вот этих топов, которые должны были вам поддерживать вас и помогать вам создавать этот праздник? На первоначальном этапе, когда я пришла, уже была команда небольшая, 6 человек, совершенно потрясающий финансовый директор с великолепным знанием своего дела и еще чудесным чувством юмора, что нам, конечно, позволяло вместе с ним собеседовать людей. Мы начали формировать команду, и не только команду внутри офиса, то есть тот персонал или тот мозговой центр, который потом, собственно говоря, все создавал и запускал, и генерил все обучения, и коммуникации, и так далее, и тому подобное. Но еще в нашу задачу входило привлечение людей, непосредственно тех консультантов, мы называем наших, собственно, лидеров, которые работают непосредственно с конечным покупателем, с потребителем, мы называем их консультантами, и, собственно, став консультантов, пройдя дальше обучение, они могут делать карьеру, становиться менеджером. Обучение в России происходило? Да. Да, вот это очень интересная тема. Так вот, сначала мы набирали людей, собственно говоря, в офис, и параллельно мы проводили так называемые discovery-митинги, мы так их красиво называли, discovery-митинг, как открытие вот таких возможностей для людей и возможность для нас открыть для себя людей. И мы приглашали людей, у которых было самое главное качество – желание. Вот мы прям говорили, кто хочет. И без каких-то навыков супер, без дополнительного образования, без какого-то опыта вообще в коммерции, где-то еще, мы людей пригласили, и мы создали, собственно говоря, свою школу бизнеса Таповая. Ничего себе. 3 блока.
первоначальный этап, эффективный консультант, профессиональный менеджер и успешный дистрибьютор. Uh-huh. И вот таких три шага. И базируясь на этой программе, школе бизнес-этаповая, мы построили целую команду. Мы открыли 200 дистрибьюторных центров, и число наших консультантов дошло до 100 тысяч. Правильно ли я понимаю, что уникальность компании «Этаповая» заключается не только в том, что она производит и продает свой замечательный продукт, но еще и в том, что действительно у нее есть такая глобальная идея вовлечения в этот бизнес максимального количества людей, которые хотят работать и хотят зарабатывать деньги. Абсолютно. То есть правильно. Это компания, такой шанс для каждого, кто ищет себя, да? Абсолютно. Причем можно на любом уровне быть успешной. То есть если вы занимаетесь какой-то деятельностью, вот даже вы тут можете взять и стать консультантом. То есть мы вас не будем отрывать от своего творческого процесса. Реализуйтесь. Но зато вы, если захотите, можете для своих друзей провести эту mm-hmm. пати, да? Просто для себя вы становитесь, собственно говоря, обладателем уникальных возможностей приобретать эксклюзивные изделия только для консультантов, участвовать в обучениях, каких-то мероприятиях по желанию. То есть это возможности, да? И, предположим, дальше человек смотрит, вы знаете, вот у меня хорошо получается, я бы хотела дальше расти. Тут, пожалуйста, квалификация, открытая для всех. Человек выполняет программу, становится менеджером. Это удивительный бизнес, которым никто тебе не может сказать, ты будешь менеджером, ты не будешь. То есть каждый решает сам. Хочешь будь. Насколько? Да. Поэтому я сказала вам, что желание – это очень важно. Очень важно. Если есть желание, можно продвигаться, потому что эти возможности открыты абсолютно для всех. Они у нас задекларированы, они в каждом дистрибьюторном центре, на каждом стенде, на нашем сайте сегодня уже, во всех программах. То есть человек принимает решение, я хочу быть менеджером, мы говорим. Успехов. Мы только рады и счастливы. И правильно ли я понимаю, что все-таки компания зиждется на женщинах? 90% женщин. У нас работают некоторые мужчины. Все-таки как бы бизнес, связанный с посудой. Mm-hmm. Да? Но здесь у нас как-то больше в этом плане понимания. Может быть, продукт, он нам настолько понятен и близок. Я говорю иногда девушкам нашим, вы столько лет работали, готовили на кухне бесплатно, а теперь вы за то, что готовите, можете еще и прекрасные деньги зарабатывать. Но помимо денег, они же еще и подарки получают. У нас такой бизнес очень интересный. Заработал деньги – получи подарок. Заработал бизнес – получи подарок. Заработал бизнес – получи признание. И людей это очень вдохновляет. Что помимо того, что они формируют себе финансовое благополучие, каждый их шаг отмечается непосредственно не только дистрибьютором, нами как компанией, но и мы признаем наших лидеров на международных всяких саммитах, собраниях, конференциях и мероприятиях. Это очень важно. А считается, что женский коллектив – это очень сложная структура для управленца, да? Все-таки, как говорят, самое страшное место на земле – это учительское. Ну, шутка, конечно, mm-hmm. такая. Но, тем не менее, женщины – люди очень эмоциональные, и зачастую какие-то обычные способы взаимодействия на них не действуют. Простите мне эту тавтологию. Вам как удается вообще этим всем рулить? Ой, вы знаете, я всю жизнь в женском коллективе работаю, потому что медицинский коллектив, он тоже был изначально женский. И я вспоминаю, даже как главный врач, когда я пришла на работу, он говорит: Лена, у нас тут одни женщины. Я говорю: счастье-то какое? Я говорю, а я думала, что здесь кто-то еще может быть. Но это абсолютно позитивная, очень такая бурлящая, жизнеутверждающая, совершенно непоседливая среда. А почему? Простите, перебью вас. Продолжим после новостей. Оставайтесь в доле. Это программа «В доле». С нами сегодня Елена Путилина, глава компании «Этаповая», мирового производителя высококачественной посуды в России. Мы говорили о том, трудно ли работать в женском коллективе. Для вас это естественная среда обитания? Для меня естественная среда обитания. Более того, я хочу сказать, я люблю женский коллектив за постоянное фонтанирование идей. Это, наверное, вот такая определенная атмосфера, в которой, наверное, женщина никогда не спит и не дремлет, и не нет, спит, и только, наверное, тогда ничего не создает. Да? Не генерит. Не генерит, да. Может быть, у нас вот по жизни исторически, в общем-то, миссия такая, вокруг себя все обустраивать. И точно так же, как женщина способна это делать дома, да, в своем вообще формате таком семейном, наша задача, чтобы все вокруг нас были счастливы. То есть мы же должны проверить, все достаточно счастливы или недостаточно. Проверяем это по 100 раз. Вот в бизнесе они делают то же самое, наши лидеры. Они точно так же убеждаются, что все абсолютно happy people. И вот эти вот счастливые люди. И ничем это не отличается. То есть это просто большая семья, большее количество людей. Но изначально вот эта мощная мотивация создать вокруг себя такую группу счастливых людей, она очень хорошо работает. Помимо этого, ну кто еще такие мультифункциональные задачи, мультитаск сможет решать? Когда одномоментно она мама, она супруга, она студентка. Кулинар. Она кулинар, она успевает готовить, она ведет бизнес, она параллельно учится еще 10 направлениям, она
собирается в поездку с компанией Tupperware, она целый холодильник там обустраивает для своей семьи, чтобы никто ни в чем не нуждался. Она красавица, умница, она здоровый образ жизни ведет. Ей нравится искусство, спорт, музыка, театр. Вот это все, потому что нам же нужно все абсолютно. А времени-то где на все взять? Все получается. Чем больше задач, тем лучше планирование. То есть ваши женщины еще и проходят какой-то опыт тайминг-менеджмента? Обязательно. Мы даже, у нас даже был такой курс специальный по тайм-менеджменту. Ну, вообще мы даем все основы западного менеджмента. Там постановка целей, постановка задач, планирование. Да? И тайм-менеджмент в том числе, приоритизация, как сфокусироваться, собственно, как планировать долгосрочное, краткосрочное. Вот в последнее время мы очень применяем такую методологию, как коучинг, да, то, что направлено на индивидуальное развитие каждого человека, что очень важно, потому что в каждом есть, естественно, талант. Заложен талант. Я 100%, вот это основа моего подхода вообще к людям, я 100% уверена, что каждый человек уникален и талантлив. И люди не рождаются лидерами, но каждый может добиться самых высоких результатов, если хочет. Раз, если есть соответствующее окружение, благоприятная среда, а мы ее создаем, потому что мы поощряем за мизерный результат, мы делаем гигантское признание. А когда уже люди поднимаются, они уже сами знают, что они прекрасные, великолепные, они так хорошо себя чувствуют. И они хотят, чтобы другие также ощутили эту радость и эту уверенность. У нас есть программа такая, Chain of Confidence, такая международная, глобальная программа. Она называется Enlighten, Empower, Educate. То есть, иными словами, вдохновляй, обучай, просвещай. И она связывает женщин во всем мире. И направлена она была на то, чтобы предоставить максимально благоприятные возможности женщинам начать что-то новое в жизни. Да? И вот как в нашей стране в период такой постсоветский, когда очень многие профессию, ну, кто-то по какой-то причине ее утратил, да, у кого-то предприятия или какие-то организации закрылись. Потерялись. Да, потерялись. И к нам приходили люди, которые говорили, ой, я думала, все, в моей жизни уже ничего не будет происходить. И вдруг она звезда, она получает награды, она золотая леди постоянства, или она лучший менеджер года, и ей вручается на сцене автомобиль, понимаете, такие вот вещи. Слушайте, но да. Вот мне, ну, с точки зрения, там, я не знаю, мне кажется, какого-то такого сухобизнеса, я сказала это через ха, кажется, что это очень какая-то громоздкая конструкция, да, потому что, ну, обычно бизнес руководствуется несколько другими вещами. Далеко не все компании стимулируют такую лояльность, такой коммитмент в своих сотрудниках. Гораздо проще сказать им, незаменимых у нас нет, работайте, а не хотите, типа, до свидания, мы найдем вам замену. И вот этот звериный оскал западного капитализма, когда офисный воротничок выматывается, из него выжимают все соки, и у него хватает времени только доползти там, до постели, выпить водки и заснуть, он ведь тоже, наверное, не случайно возник, это зрелище, это стереотип. Не слишком ли это какая-то затратная для компании система, когда столько вкладывается в сотрудников на всех уровнях? Да? Вы говорите, за маленькое достижение гигантское признание. Да, но оно, как бы, вы знаете, тут оно не только гигантское с точки зрения материальной, да, я сразу. Я понимаю, да. Оно гигантское с точки зрения отношений, потому что, знаете, когда человек уже состоявшийся и успешен, может быть, ему не надо каждый день говорить, да, что он может, что он молодец, что получится. Вот наша система, она устроена следующим образом. То есть человек, попадая в компанию, да, с ним сразу занимается менеджер, который не только ему объясняет, что делать, он реально практически обучает, да, и поощряет сразу. Еженедельные собрания, ассамблеи, которые проходят в дистрибьюторных центрах, в 200 дистрибьюторных центрах, а сегодня еще плюс региональные филиалы у нас есть у этих центров, порядка 160. Вот представьте себе, каждый понедельник люди туда приходят. Не потому, что мы им говорим прийти туда, потому что им там хорошо, интересно, новые знания, новые навыки, новые программы, новые перспективы. Их отмечают, поощряют. Они в социуме общение, в конце концов. Успешных, активных, позитивных людей. И когда выходишь из дома, а вот это солнце не светит, а на улице пробка, да, еще выпал снег и так далее, тому подобное. И вдруг ты попадаешь в коллектив, где все улыбаются, радуются. Мы, конечно, эту атмосферу очень-очень поддерживаем. И люди, которые возглавляют этот бизнес, вот наши дистрибьюторы, они, конечно, сами по себе выдающиеся, потому что столько, сколько они вкладывают в каждого человека, конечно, этому просто можно только позавидовать, потому что они всю душу вкладывают, они создают свой семейный бизнес, особая атмосфера присутствует, индивидуальные отношения к каждому. То есть они вкладываются на 100%.
А в нашу задачу входит как раз постоянно поддерживать и знания, и настроение, и состояние, и мотивацию наших вот лидеров-дистрибьюторов для того, чтобы вот это все у нас обязательно работало. Функционировало. Да, да. Лен, но с точки зрения менеджмента мне понятна эта картина, но ведь ваша компания – это еще и, собственно, продукт, который, опять же, является ну, следствием огромного количества всяких исследований, каких-то инновационных технологий, каких-то чисто мужских, на самом деле, областей знания, да? В том числе, да. Физики, да, математики, да. Химии, прочего-прочего, эргономики, логики, логистики. Как вам с этим удается справляться? Ну, во-первых, в офисе, конечно, вот уже в центральном офисе компании, в котором у нас работает порядка 170 человек, как раз офис тот, который... Он же в Москве. Да, да, занимается, как раз поддерживает все наши операции на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана. У нас еще два представительства Украины в Казахстане есть. Вот это наша команда. Здесь, конечно, это такой очень грамотный микс профессионалов, как женщин, так и мужчин. И работаем мы в таком очень хорошем тандеме. И здесь, конечно, никак не обойтись без высокого уровня профессионализма. Абсолютно вы правы, что у нас там финансисты, логисты, это парни, ребята умные, талантливые, творческие, инновационные. Да, здесь нужно постоянно не просто отслеживать результаты, да, привносить в бизнес обязательно что-то новое, и что-то делать по-другому, и что-то делать лучше каждый день. Поэтому у нас мы как бы работаем в постоянном таком операционном формате. У нас... А продукция в России не производится? Нет. Продукция производится на 14 заводах. В России был такой план еще несколько лет назад открыть здесь завод. Одной из причин, почему компания не приняла такое решение, являются таможенные вот эти наши все вопросы, которые и таможенные темы, которые приходится решать. То есть могли бы открыть завод, если бы можно было обмениваться таким понятием. У нас есть пресс-формы, такие уникальные сооружения, на которых вот производятся наши идеальные формы и, собственно говоря, идеального дизайна и качества, различные миски, емкости, контейнеры, да, изделия из коллекции уникальных материалов Ультра Про, Ультра Плюс для микроволновой печи, для морозилки, для духовки. Это вот изделие на вид как фарфоровое, да, его можно поставить в духовку и при температуре 200 градусов великолепно в нем готовить. Для того, чтобы вот такой спектр изделий обеспечить, у нас есть определенные пресс-формы, молды, их надо, естественно, перемещать с завода на завод. Вот, к сожалению, таможенное пространство наше не предполагает вот такое легкое перемещение. Поэтому желание открыть завод есть, но пока вот то окружение, которое присутствует, да, и эти наши таможенные ситуации, пока они не предполагают завод. Собственно, где находится база, мне ужасно интересно, именно эта лаборатория, в которой изобретаются все эти вещи. Ну, наша основная... И бываете ли вы там? Да, обязательно. Более того, даже мы не просто там бываем, мы туда привозим своих людей, чтобы они своими собственными глазами, мы говорили, чтобы вы сняли с контейнера теплую мисочку таповую и унесли ее к себе. Она специально выпущена для вас. Мы осуществляем регулярные поездки на наш завод в Алст, в Бельгию. А вот сейчас, прям в ближайшее время, мы планируем поездку в Португалию, где выпускается наша совершенно уникальная экологическая бутылочка. Это вообще такой вау-продукт потрясающий. И мы вот практически всех наших менеджеров, которые сегодня работают, а их уже там более 6 тысяч, практически более половины наших менеджеров побывали уже на заводе, собственными глазами видели. Все дистрибьюторы без исключения видели производство. Это очень высокие технологии. Это, знаете, такой метод, при котором это полностью автоматизированная система производства. Оно безупречное и высокий контроль качества. Поэтому а где это все изобретается? Это изобретается в двух местах. У нас дизайнерское бюро в Алсте, в Бельгии, бельгийские дизайнеры, совершенно потрясающая креативная группа девчонок и ребят, молодых, инновационных. И второе дизайнерское бюро на штаб-квартире в Орландо находится. Там наша штаб-квартира нашего уже вот Top of Brands Corporation, наша глобальная организация. А кто вот придумывает эти все новые технологичные материалы, эти сумасшедшие пластики, которые можно в духовку и так далее? Группа наших дизайнеров придумает дизайн, цвет, краски, да, сочетания. Групп наших инженеров, соответственно, и технологов, они разрабатывают вот эти материалы. И вот, например, и Ультра Про, да, это вот материал, который вообще был в таповое применен впервые. И, собственно, до сих пор мы единственные, кто его применяет. И мы проводим мастер-классы с этим уникальным таким чудо-изделием, которое, вот, знаете, как раньше были утятницы, гусятницы. Но у меня есть таких две штуки, большая и маленькая. Очень удобно, правда. Ой, как просто это вот двойное счастье. Это очень приятно. Действительно, за этим не нужно
нужно следить. Можно готовить очень, очень деликатесные блюда, совершенно спокойно. Мы же рецептурные книжки еще для этого предлагаем. Люди поставили это, занимаются своими делами, открыли, там уже все приготовилось. Прекрасно. Но помимо этого, конечно, вот, например, мы силиконовые формы выпускаем только на французском заводе. Mm-hmm. Они, знаете, как выпекаются при температуре. Что, никакого Китая? 300 градусов. Нет. Нет, у нас продукция выпускается на 14 заводах. У нас есть производство небольшое в Китае наших изделий, некоторых из металла. Это такой аутсорсинг, который mm-hmm. мы делаем, но это тоже завод ТАПовый. То есть полностью контроль и качество, все это делается непосредственно вот таким образом. Наша основная продукция мы получаем с четырех заводов. То есть мы получаем заводы в Бельгии, заводы в Греции, заводы в Португалии и во Франции, и в Турсе. И вот сейчас прямо у нас планируется поездка в Португалию. Если у вас будет возможность, мы вас с радостью пригласим посетить наш завод. В Лиссабоне? В Лиссабоне у нас завод, вот как раз, который выпускает вот эту экологическую бутылку. Так что у нас поездка состоится в конце ноября. Милости просим. ТАПовая очень такой, ну, широко разветвленный бизнес. Он присутствует во всех частях земного шара. Есть ли какая-то специфика ведения этого бизнеса именно в России? Что-то, что нам, например, что у нас не продается? Что-то, что нашему потребителю, наоборот, необходимо больше, чем там, африканскому или арабскому? У нас очень хороший вопрос. У нас хорошо продается все, что для приготовления. Отличная категория вся выпечки, потому что все-таки это, наверное, культурная традиция, все эти наши пирожки, различные такие вещи, кульбяки. Плюс совершенно неожиданно для корпорации, но ожиданно для нас. Мы предполагали, что так и будет. Изделия коллекции от шефа – это различные, конечно, наши кастрюльки, сковородки. Кухонная утварь. Да, да, вот из металла. У нас уникальная посуда с пятислойным дном. Давайте поддержим наших слушателей в томительном ожидании. Вернемся после новостей. Это программа «Вдоль». Сегодня общаемся с главой компании «Tupperware», мирового производителя высококачественной посуды в России, СНГ, Еленой Путилиной. Так вот, что же особенного хочет русский потребитель от «Tupperware»? В первую очередь, качество, конечно. Мы предоставляем посуду с 30-летней гарантией. И мы больше любим все-таки все для готовки, чем какие-то вещи там для хранения. Например. В большей степени у нас вот категории для готовки, конечно, пользуются спросом. Как я уже сказала, выпечка – это всегда, потому что каждый хочет все-таки что-то сотворить, такой какой-то свой кулинарный шедевр задать. А вы успеваете готовить, Лен? Да, обязательно. У меня есть свои излюбленные изделия и свои любимые блюда. И я вообще люблю такое здоровое питание, свежеприготовленное. То есть я ничего не замораживаю, поскольку здесь, живя в Москве, можно себе позволить совершенно спокойно круглый год покупать свежие продукты. Я люблю вот приготовить и сразу на стол. Мне очень нравится. Хотя, когда уезжаю в командировки, я, конечно, оставляю приготовленное блюдо в контейнере, но не в замороженном виде, потому что наши вот составные различные лотки, да, или наши миски, хит-парад герметичными крышками, они позволяют, собственно говоря, хранить изделия, продлевать срок хранения продуктов, тот же самый там творог или салатики, и даже супчик мы переливаем в такой контейнер с герметичной крышкой, продлевает в 2-3 раза срок хранения. И холодильник, представьте, открываете холодильник, а он абсолютно свежий, нейтральный. Ничем хотя не пахнет. Там может все лежать, и селедочка, и чесночок, и так далее. Но запаха нет, и не смешивается запах пищи. Это здорово, это очень приятно. Сколько часов длится ваш рабочий день? Мой рабочий день, я даже не могу его назвать мой рабочий день, это, моя, наверное, такая моя рабочая неделя, потому что, во-первых, я очень много езжу, как в России, в Украине, Казахстане, так и за рубежом. У нас различные саммиты, конференции, совещания, встречи, тренинги, это постоянное общение с людьми, поэтому я бы его не исчисляла, наверное, в часах. Мне важно, чтобы был результат. Он должен быть обязательно. А как вам, вот человеку, который 13 лет возглавляет компанию в России и СНГ, еще нужны какие-то тренинги? Ну, это обязательно условие. Нужно же быть на пике, знаете, компетентности, потому что мы живем век таких высоких технологий, мы тоже внедряем и там диджитал-маркетинг, да, и социальные сети, и все, что с этим связано. У нас есть кулинарное приложение, например, которое мы закачали в Apple, и вы сегодня можете открыть, и там пошаговые рецепты от ТАПовой. И как бы и с точки зрения даже каких-то подходов, там, изучения коучинга или еще каких-то программ инновационных, мы всегда стараемся обязательно поддерживать
нанимать компетентных сотрудников. Ну и, вы знаете, еще такой вопрос тут, что и самим нужно глоток свежего воздуха для того, чтобы вдохновлять других. Обязательно нужно что-то почерпнуть такое, чтобы тебя тоже вдохновило, да? И поскольку мой жизненный принцип — обязательно внедрять что-то и что-то делать по-другому, то есть у нас нет ни одной программы, в которую бы мы запустили, вот, например, программа у нас сейчас предстоит новогодней неделе, и они должны быть совершенно другие, не похожи ни на какие предыдущие. И вот эти инновации, подходы, и разнообразие, и вот такую яркую краску вот постоянное в жизни, творчество. Чтобы это было, нужно где-то воодушевляться. Вы ни разу не пожалели о том, что вы оставили фармабизнес и окунулись в таповое? Провокационный вопрос. Я, конечно, хочу сказать, что у меня сердце в больнице замирает и даже останавливается. Да, это как бы, наверное, это такое... Любовь. Вот, это такая любовь, куда бы я ни попадала, я в больнице себя чувствую, как рыба в воде. И если мне приходится там бывать, то, конечно, это моя родная стихия. Вообще клиника, больница, лечебное заведение любое. Вместе с тем... специальность моя, как бы профессия, в которой меня научили очень быстро анализировать ситуацию, принимать решения и отвечать за свой результат, вот это, наверное, то, что мне в бизнесе не просто помогло реализоваться, а я попала в область, я сказала, боже мой, здесь никто не умирает, и здесь нет опасности для жизни, здесь можно, это просто здесь поле можно творчества. Здесь можно ошибиться. Да, я всегда говорю, нет, ничего не исправим, мы все можем изменить. И здесь нет страха за то, что ты какую-то ошибку допустишь, как в медицине, ты не можешь себе этого позволить, потому что там жизнь, да, человеческая. И вот, наверное, вот эта школа, которая заложена была у меня с медицины, во-первых, отвечать, во-вторых, быстро, очень быстро думать, принимать решения, и решений должно быть несколько. Схем должно быть раз, вариант 1, 2, 3, 4, 5, по какому сценарию все пойдет. И вот эта способность к такому колоссальному анализу большого количества входящей информации, это очень помогает. Вообще из медицины многие в бизнесе реализуются, в любом, потому что это вот уже, наверное, такое свойство уже восприятия информации. Это важно. Вы говорили о том, что человек может из самых низов в компании вашей вырасти до любой вершины. Сейчас будет абсолютно еще один верно. Провокационный вопрос. А вы не боитесь, что вас подсидят ваши талантливые сотрудники? Ой, нет, не боюсь. Я мечтаю. Пусть придут самые смелые и решительные. Я вообще очень люблю активных, сильных, инициативных. И для меня принципиально важно. Мне не нужны подчиненные, мне нужны партнеры, мне нужны те, кто может поспорить, у кого есть собственная точка зрения. Я обожаю людей активных, умных. Пусть будут в тысячу раз образованнее и инициативнее, инновационнее. Это счастье в такую команду, собственно говоря, с такой командой трудиться. Нет, не боюсь сама. Более того, всем своим непосредственно лидерам, да, подразделений говорю, берите людей, которые составят вам конкуренцию, которые заставят вас в то же время развиваться. И вообще, это хорошо, когда рядом с тобой кто-то сильный, который в то же время подталкивает тебя не остановиться, не сказать, ой, ну я такая молодец, я уже столько всего знаю, да, тут вокруг меня люди работают, которые меньше знают. Хорошо взять тех, которые заставят тебя беспокоиться и, собственно говоря, не то, что даже волноваться, а стимульнут тебя к тому, чтобы ты тоже что-то изучала и, собственно, обогащалась новыми знаниями. Я люблю... Вообще, я вот просто... Вот моя слабость — это профи. Я люблю, когда люди что-то делают совершенно. В любой области. Мастера. В искусстве, мастера. И мы даже... У нас есть такой тренинг, я его провожу сама, что такое талант и, собственно говоря, а что такое мастерство? И я задаю очень часто вопрос, а в чем вы хотите стать мастером? И оказывается, у людей тысяча желаний, в чем они хотят быть мастером. Я вот мастеров вот этих, я их ценю очень. И пусть их будет больше. Потому что жизнь у нас будет ярче. Это очень важно. Это прям моя мечта, чтобы были мастера. Но, тем не менее, 13 лет вы возглавляете эту компанию и уже вышли как начальник за пределы России. В чем секрет тогда? Как вы думаете, в чем ваша уникальность? Почему вас до сих пор никто не подсидел? Ну, наверное, в связи с тем, что, во-первых, мы все время что-то строим и развиваем, да, ведь вы знаете, как бы, я не скажу, что вот кого-то подсиживаю, да, я работала, вот у меня за плечами 4 западных компании, одна российская, да, большие достаточно,
ни в одной компании мне не было трудно. Мне было просто где-то давали быстрее идти, да, например, давали больше полномочий, где-то по какой-то причине там стратегических развитий сдерживала компания. Вообще, вы знаете, я считаю, что не надо давать возможность себя подсиживать. Надо просто заниматься, во-первых, развиваться и расти, и делать свое дело, а во-вторых, окружать себя теми людьми, да, у которых ты будешь в том числе учиться, и вот эти знания в себя впитывать, и будешь все за собой, всех за собой вести. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, вот я даже с таким не сталкивалась, чтобы кто-то вот какую-то конкуренцию составлял. В нашей компании, например, очень поощряется профессиональный рост. И вот люди, с которыми я работаю, это мое руководство, люди очень инновационные, очень сильные, мощные. И наоборот, мы всегда общаемся, и у нас открытая дискуссия. У нас нет такого вот... Что... Я сказала. Да, я сказала, да, да. И это очень интересно, это очень поощряется. И поэтому... Я не боюсь, что меня кто-то подсидит. А если предоставится какая-то другая жизневозможность, возможно, это тоже будет следующий шаг. Здорово. И тем более не хочу, чтобы сотрудники боялись, потому что я сотрудников перемещаю и линейно, и вертикально, и горизонтально, и из одной области в другую. Потому что мне самое главное, чтобы сотрудник драйв не потерял. Потому что есть потухший взгляд, и вот уже отчеты мне надоело, делаю там 2-3 года одно и то же. Тогда срочно нужно либо куда-то сотрудника передвинуть и дать какой-то проект, от которого глаза заблестят, либо просто мы человека потеряем. А вот по части подсиживания, ну, вот в западных структурах это крайне проблематично, потому что это такая выстроено. Открытая система коммуникации, обратной связи. У нас есть там программа такая, Performance Appraisal Review, когда дважды в год каждый сотрудник своему руководителю может дать так называемый фидбэк, то есть сказать, что я бы хотел то-то, 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 мне важно это. Потом, вы понимаете, я с людьми общаюсь, я каждый день делаю, как я говорю, пойду сделаю обход. Я делаю обход. Как в больнице. Как в больнице, да. Потому что мне важно посмотреть своими глазами на настроение людей. И мы о них знаем не то, что они делают, а знаем, кто они, как они живут, что у них дома происходит. У нас, например, сейчас вот детский бум. У нас за этот год только родилось больше 10 детей. И это счастье. Это говорит только о том, что люди себя чувствуют уверенно. Они уходят в декретный отпуск, возвращаются мамами, папами. Девочки снова уходят, во второй декрет снова возвращаются. И это уже совершенно другие люди. У них изменяется жизнь, у них другие планы. И это вот самое главное. Вы сказали как-то вот недавно, что мы стараемся двигать людей в разные, помещать их контексты, чтобы не потерять человека. То есть это важно для компании не потерять сотрудника, даже какого-то не самого топового, не самого там супер-мега-ценного, незаменимого. Мне самое главное, чтобы не было безучастных и ленивых. Вот я очень ценю, знаете, вот такие, мне очень нравится тема резонансное лидерство, и я все время говорю, тремя составляющими резонансного лидерства является эмпатия, сопричастность, участие, да, энтузиазм и, соответственно, и оптимизм, да. Оптимизм и решительность даже, вот так скажем. И если у сотрудника, например, теряется интерес по какой-то причине, надо обязательно поговорить. Возможно, это сомнение. Может быть, сотруднику кажется, что он не такой значимый, да? Можно вовлечь в какой-то проект, а у нас их тысячи. У нас творческие проекты. Мы делаем там с художниками, с писателями, с нашим балетом, с различными творческими людьми делаем креативные проекты для того, чтобы, опять-таки, представлять лучшие возможности нашим лидерам, встречаться с выдающимися современниками наших дней, для того, чтобы они видели, да, эти люди, вот они живут сегодня среди нас, и вот они творят такие великолепные дела. Это все должно вдохновлять. И если я не могу предоставить сотруднику, например, в рамках нашего офиса к такую работу, мы корпоративно общаемся. И мы, например, заявляем в Европе, что у нас есть люди, которые готовы к продвижению. Даже так? То есть вы, вот, может, да. Человек может уехать в другую страну? Да, вот у меня прям вот буквально недавно переместилась молодая девушка-специалистка в финансах в Голландии, очень счастлива, и нам прям оттуда присылают. Спасибо за чудесную сотрудницу, а мы рады. Это действительно, это не случай, это нормальный система. Процесс. Да, это система. Когда у вас есть свободное время, чем вы занимаетесь? Творчество, искусство, большой театр, консерватория обязательно. Если у меня не хватает вдохновения, мне надо послушать Чайковского, а еще лучше Брамса или кого-нибудь еще, и лучше симфонический оркестр, и лучше прям вот так вот, как следует. Да? Я очень люблю театр, очень люблю выставки, фотографию современную, люблю живопись, путешествовать. Все великое мне нравится, все великое и значительное. Спасибо огромное, великая женщина. Елена Путилина, глава компании Tupperware в России и СНГ, была сегодня с нами в Доле. Удачи. Спасибо большое вам взаимно. Рада встрече.